Новое довольно длительное неудобство ожидает пассажиров городского транспорта и автолюбителей. Мэрия наконец собралась провести капитальный ремонт последнего квартала улицы Преображенской в районе Привоза. Участок улицы Преображенской от Пантелеймоновской до Преображенского парка в аварийном состоянии. Отремонтировать его рассчитывают за 4,5 месяца, с 15 апреля до 1 сентября. Планируют менять трамвайные пути, проезжую часть и инженерные коммуникации, в том числе на перекрестках улицы Преображенской с Пантелеймоновской и Новощипным рядом. Движение всего транспорта прекратится. 12-й трамвай будет следовать от центра города по улицам Тираспольской, Старопорта Франковской, Мечникова, Адмирала Лазарева до Алексеевской площади и обратно. Организованы дополнительные временные остановки на улице Старопорта Франковской около Новощипного ряда. Дорога на этом квартале разбита уже много лет. И также давно в мэрии говорили о необходимости ремонта. Собрались только сейчас. Одновременно ограничили движение по одной из важнейших магистралей города – Ивановскому путепроводу. Дождались, когда мост пройдет в аварийное состояние, и теперь надо ремонтировать два крупных объекта. В городе и так хватает пробок. Организация движения никакая. На Преображенской можно начать с одной стороны квартала – по правой или левой полосе. Тогда не придется закрывать все движение. Подумать обо всем заранее и провести ремонтные работы в разное время для городских чиновников задача непосильна. А выполнять заказ стоимостью 90 миллионов гривен будет все та же близкая нашей мэрии компания «Росдорстрой». В этом можно было не сомневаться еще до проведения тендера.